Лето вступает в свои права, а это значит, пришло время обновить свою коллекцию солнцезащитных очков. И в этом видео мы с вами обсудим, как выбрать нужную форму очков по форме вашего лица. И также посмотрим три варианта новых очков от Oriflame. Женские солнцезащитные очки в коричневой оправе, унисекс солнцезащитные очки в классическом стиле и женские трендовые солнцезащитные очки в фигурной оправе. Если вам все это интересно, поехали! Вы подбираете новые очки, и, возможно, какая-то модель вам понравилась, потому что вы давно о ней мечтали, либо потому что она трендовая именно в этом году, именно этим летом. Но как понять, подходит ли она вам? Для этого вам достаточно посмотреть в зеркало, чтобы определить тип вашего лица. Если ваша челюсть чуть шире, а подбородок мягкий, то, скорее всего, у вас круглое лицо. Если ваше лицо более узкое, с более длинным лбом, либо челюстью, то, скорее всего, у вас овальная форма. Если у вас широкий лоб, а лицо сужается к подбородку, то, скорее всего, у вас форма лица сердца. Если вы видите довольно равномерную ширину от линии лба до линии челюсти, то, скорее всего, у вас квадратный тип лица. И также есть еще одна форма лица, это ромб или красиво называют алмаз. Это когда лицо расширяется в линии скул и сужается в точке лба и подбородка. Если вы все еще не уверены, возьмите любую свою фотографию, либо подойдите к зеркалу и обведите свое лицо, и вы сразу поймете, какая у вас форма. И главное правило выбора очков заключается в том, что силуэт очков должен быть прямо противоположен форме вашего лица. Например, для круглого лица наиболее удачной парой являются квадратные очки. Угловатые линии и края уравновешивают округлость, поэтому избегайте очков с мягкими линиями, закругленными краями. Покупая солнцезащитные очки, ищите прямоугольные оправы с острыми краями или четырьмя углами и желательно с более тонкой оправой, чтобы придавать образу изящности. И поэтому круглому лицу идеально подойдут женские солнцезащитные очки в коричневой оправе. Приходят они в картонную упаковку черного оттенка, украшенные стильным цветочным принтом. Внутри лежит мешочек, который одновременно является также салфеткой для протирки линз. Произвели вот такую экономию в Oriflame, и теперь, ну, в принципе, материал один и тот же, зачем еще нужна дополнительная салфетка. Но я все-таки вам рекомендовала бы ваши любимые очки носить в более жестких футлярах, но тем не менее, вот для того, чтобы просто убрать их, чтобы они не пачкались, не царапались, мешочек тоже подойдет. Сами очки выполнены в двух цветах, темно-коричневые с лицевой стороны и черепаховая внутри. Материал поликарбонат, нержавеющая сталь и латунь. Размер 14,5 на 5 см и длина дужек 14 см. Солнцезащитные очки Oriflame имеют 100% защиту от ультрафиолета. Это значит, что солнышко не навредит вашим глазкам. И категория затемнения здесь третья. А линзы коричневого оттенка. Теплые очки создают такое, знаете, позитивное настроение, восприятие мира. И если у вас какие-то есть негативные эмоции, либо вот как-то день не задается, то вы надеваете вот такие очки, и ваш мир в теплых красках, он поворачивается к вам такой позитивной стороной. Я люблю и холодные стекла, потому что они освежают в холодную погоду, есть такое ощущение прохлады. И также я очень люблю вот такие теплые оттенки линз, потому что это придает сразу какое-то такое умиротворение и дарит теплые эмоции, такие же теплые, как и оттенок линз. Ну что, вот так выглядят очки. Вы мне очень много писали в телеграм-канале Баблик: Оля, покажи, пожалуйста, очки на себе. Но, к сожалению, вот так технически сложилось, что я выпускаю поздно этот обзор, но тем не менее выпускаю, и вы можете теперь увидеть, как они смотрятся. Знаете, мне очень нравятся. И я сейчас буду выбирать из трех. Смотрите внимательно, как эти очки выглядят на мне, и я буду читать ваши рекомендации, какие из очков мне оставить, заказать себе и носить этим летом. Ну что, вот первые очки для круглого лица. У меня все-таки лицо более относится к круглому типу, и эта форма мне больше всего подходит. И если квадратная
оправа уравновешивает круглое лицо, то для квадратной формы лица мы, наоборот, выбираем очки с закругленными стеклами для того, чтобы смягчить черты лица. Мягкие формы очков сбалансируют острые челюсти, квадратные лбы, и в целом образ будет выглядеть более женственно. Авиаторы и оправы типа кошачий глаз более широкие сверху и более узкие внизу подчеркнут лучшие черты у людей с формой лица в виде сердца. Здесь очень важно соблюдать баланс. Если у вас мягкие черты лица, то выбирайте тонкие, изящные оправы. Если более сильные, то вам надо отдать предпочтение более толстым и увесистым оправам очков. И девочкам, и мальчикам, у которых лицо в форме сердца, идеально подойдут солнцезащитные очки в классической оправе, потому что они унисекс. И об этом говорит уже дизайн коробочки. Он черно-белый, такой под мрамор, очень красиво выполнены принты каждых солнцезащитных очков. Внутри лежит черный мешочек, с которым может ходить и девочка, и мальчик, который также является салфеткой для протирки линз. И вот они сами очки. Меня, честно говоря, они удивили, потому что они изящные, очень тоненькие, матовая оправа, классическая форма, дужки из нержавеющей стали, линзы с дымчатым градиентом. И эта форма действительно подойдет и мужчинам, и женщинам, и не только, как я вам сказала, вот людям с лицом в форме сердца, но также, мне кажется, это вот классическая история, которая подойдет абсолютно каждому. Сначала, когда я смотрела на эти очки в каталоге, мне казалось, что они будут прямо огромные такие разлетайки. И даже когда я взяла в руки коробочку, я очень удивилась, что это очки унисекс. И я думаю, ну нет, эта форма прям истинно женственная, женская, которая будет подчеркивать какую-то изящность девушки. Но когда уже я увидела сами очки, это чистая классика, и мальчики вполне могут примерить. И вот в отличие от предыдущих очков, здесь у нас дымчатые линзы, и это будет создавать ощущение прохлады. А там уж вам самим выбирать, вы хотите позитив, либо вы хотите чувствовать какую-то свежесть именно через восприятие и через ваши линзы. Размер этих очков 14,3 на 5 сантиметров. Длина дужек здесь чуть побольше, 14,2 сантиметра. Ну, это незначительно ощущается. Очки просто невесомые, и я в них влюбилась. Пишите мне, пожалуйста, в комментариях, как вам такой образ с этими очками. Мне очень нравится. Я вот как раз подбирала себе что-то очень легкое, изящное. Мне кажется, на лето это идеальный вариант. И много мест в сумочке они тоже не займут. Очень многие звезды имеют форму лица в виде алмаза или ромба. Это, знаете, такой структурный тип лица, который привлекает внимание. И звезды знают, как украсить себя солнцезащитными очками. Вы можете выбрать любые вайфареры, либо вот такие очки, как из новой коллекции летней Oriflame. Учитывайте единственное, что если у вас большой лоб, то вам подойдут большие квадратные очки, а если маленькие, выбирайте оправу поменьше. Если у вас овальное лицо, ну вы, наверное, это уже знаете, вам повезло, вам идут абсолютно все формы очков. Обязательно попробуйте круглые или авиаторы, это отличный способ придать лицу стиля и дополнительного лоска. Или купите крупную габаритную оправу, чтобы придать большую ширину от скул до скул. Или выберите самые трендовые, самые модные солнцезащитные очки в фигурной оправе, которые появились в каталоге Oriflame. Я о них писала, по-моему, начиная с зимы в телеграм-канале своем Баблик. Если вы хотите знать самые модные тренды в одежде, в аксессуарах, в обуви, в сумках, в принтах, все, что я нахожу интересного, я публикую в Баблике. Обязательно подписывайтесь. Вот здесь вам оставлю ссылочку. И тоже будьте в курсе. Вот я писала там, что самые трендовые очки сейчас это коричневые, в такой же коричневой оправе, в прозрачной оправе. Здесь сочетается море просто трендов, фигурная оправа. Найдите посты, тренды очки в Баблик. Зайдете в поиск, найдите посты. Вы можете почитать очень много про модные
модные очки. И вот, когда я увидела, что скоро в Oriflame могут появиться подобные очки, я сразу поняла, что это самый просто мировой тренд, который в самых люксовых коллекциях сейчас присутствует, солнцезащитных очков, и теперь есть и у нас. Очки размером 15,2 на 4,5 сантиметра, длина дужки 14,1 сантиметр, то есть они шире, чем предыдущие. Ну, вы, наверное, видели уже очень много подобных фигурных модных очков. Они достаточно широкие и, соответственно, украсят любое лицо. Для маленького худого лица это будет прямо модный образ. Если лицо пошире, то они будут тоже гармонично вписываться. У этих очков мы видим фигурную многогранную оправу. Также, посмотрите, оправа полупрозрачная и дымчатые здесь линзы. И идеальная комбинация оттенков для самого стильного вашего летнего лука. Я не знаю, решусь ли я на подобные очки, но мне очень хотелось бы видеть подобную оправу на улицах нашего города, потому что это действительно очень модно. И, конечно, вы понимаете, что все эти рекомендации, они условные. Выбирайте те очки, отражения в которых вам нравится в зеркале. И если вы смотрите на себя и думаете, ух, какая красотка, это прям мое, то покупайте очки, не раздумывая, носите и получайте удовольствие от созданного вами образа. Пусть в вашей жизни будет больше любви, больше позитивных эмоций, любви к себе, ну и, соответственно, ко всему миру. Если вам был интересен и полезен мой разбор очков, то ставьте под этим видео лайк, пишите в комментариях, какие из очков на мне вам больше всего понравились, ну и, конечно же, подписывайтесь на канал Взлет и нажимайте обязательно на колокольчик, чтобы получить оповещение и посмотреть новые видео о новинках Oriflame на нашем канале самыми первыми. Пока-пока!